Добрый день, меня зовут Кучер Антон, я директор веб-студии MetaWebArt, и сегодня я вам расскажу о том, на каком этапе разработки сайта лучше подключать SEO-специалистов. Ну, во-первых, разберемся, для чего нам SEO. Сайты мы делаем не просто для того, чтобы он был, мы хотим, чтобы его находили пользователи. Искать они, скорее всего, вас будут в поисковых сервисах типа Google, Яндекса и других. Соответственно, нам нужно сделать сайт максимально оптимизированный, для того, чтобы эти поисковики выводили по заданным запросам именно ваш сайт, а не сайт вашего конкурента. Для этого нужно сделать две основные вещи. Их называют внутренней оптимизацией и внешней оптимизацией. Когда мы говорим про разработку сайта с нуля, то специалиста лучше подключить уже на момент обсуждения структуры самого сайта. Потому что он может сказать, что вам, например, не хватает страниц услуг, по которым к вам будут переходить пользователи. Вам может не хватать, вы можете не продумать, например, что вам нужна 404-я страница, еще что-то. То есть, на самом деле, целый список вещей, которые вас SEO-специалист попросит сделать, например, хлебные крошки на страницах разместить или на каких-то страницах разместить текст внизу, скажет, на какое количество символов текста рассчитывать. То есть, такие вещи должен проговаривать и предлагать SEO-специалист еще на моменте формирования проектной документации. Мало того, если у вас до этого был старый сайт, и вы оставляете тот же самый домен, то было бы хорошо, чтобы SEO-специалист сначала проанализировал, а какие страницы индексирует Google по вашему старому сайту, и посоветовал, как лучше с ними поступить. Сохранить ли ту же самую структуру, название ссылок на новом сайте, сделать 301 редиректы, и так далее. То есть какой-то контент, какие-то текста он посоветует сохранить, какие-то он предложит заменить, ну, естественно, обоснует почему. Поэтому такой анализ нужно делать, особенно если вы переходите со старого сайта на новый и остаетесь на том же самом доменном имени. Ну и, естественно, далее, после того, как уже даже до момента запуска сайта уже можно выдавать на написание текста копирайтерам, такое техническое задание для написания текстов тоже дает SEO-специалист, где описаны какие ключевые слова, какой по объему должен быть текст. И еще в задании программисту тоже должен быть пункт о настройках SEO, которые должны быть у этого сайта, чтобы потом можно было через административную панель вносить все необходимые словосочетания и прописывать их везде по сайту. Естественно, SEO-специалист после того, как выполнит внутреннюю оптимизацию, предложит вам и внешнюю оптимизацию, закупку ссылок, но это уже вам решать, будете ли вы активно продвигаться или нет, будете ли вы конкурировать в той или иной нише. Но как минимум внутренняя оптимизация – это уже must-have, то есть без этого невозможно уже делать сайты, и это необходимо делать обязательно на этапе разработки проектной документации. Если какие-то у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. И удачных вам проектов. Пока.